Американская авиакомпания United начала расследование после того, как в интернет попало видео о том, как служба безопасности компании грубо снимает с рейса пассажира и силой выталкивает его из самолета. Билетов на этот рейс, как рассказали очевидцы, было продано больше, чем мест на борту, добровольцев покинуть самолет не нашлось. Представители компании произвольно выбрали 4 человек, один из них отказался, и тогда служба безопасности вывела его из самолета силой. Авиакомпания уже извинилась за произошедшее, но тысячи пользователей интернета сейчас критикуют то, как United повела себя в отношении пассажира.